Урожай собран, пора начинать торговлю. В областном центре состоялась Иваново-Вознесенская ярмарка. Овощи, мясо, дары леса – все, чем богат регион, на прилавках 20 муниципалитетов. Торговля непосредственно от производителей, напрямую, без наценок. Жителей и гостей областного центра ярмарка порадовала полными прилавками разнообразных товаров и приемлемыми ценами. На набережной реки Увыть свою продукцию представили фермерские и личные подсобные хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Всего 50 товаропроизводителей. Мы работаем по самым современным технологиям, и агропромышленный комплекс – это та сфера экономики, которая также серьезно нуждается в инновациях и находится на серьезном подъеме. Торговля у нас идет замечательно, потому что мы приехали из Савинского муниципального района. Товары у нас самые, что на есть, замечательные – савинское молоко, рыбка свежая, а также природные дары – это клюква, кабачки.